забываю снять. Я себе развела вот эту вот штуку от Siberian Wellness, Yogo, да, иммунодринк, лимон и имбирь. Ну, если честно, я так понимаю, что из имбиря здесь просто фактически отдушка, потому что здесь содержится витамин D3. Вкус, да? У него, я вам честно признаюсь, да, если бы я вот, ну, как бы я допью, конечно, все это, но мне что-то не очень нравится. У него какой-то специфический привкус. То есть, как бы это можно выпить. Особенно, когда тут написано развести в теплой воде, да? Так, что тут? Медовый привкус с медовыми нотками. Сок апельсина, лимон. Ну, короче, что? Сил он реально прибавляет, ну, просто потому, что я так понимаю, что тут добавлен витамин D3. Фактически, тут он такой же, как был в постилках. Я считаю, что постилки... Не постилки вот эти, а желейки, которые я ела до этого. Мне кажется, что они больше, ну, как бы лучшие формы, и они реально как бы работают, да. У меня прям после них, после этих желеек с витамином D, у меня прям прилив энергии, реально, да. То есть, если я 2-3 за день съедаю, это вообще просто бомба. И, честно признаюсь, если бы я не приболела чуть-чуть, да, то я бы его ни за что бы не пила. Потому что просто его выпить... Невозможно. Вот честно, сейчас вот выпила, вот смотрите, да, по вкусу прям. Во-первых, какой-то привкус такой. Как бывает, знаете, привкус как бывает от сахарозаменителей. Типа от стеви, еще от чего-то. Вот такой вот противный сахарозаменительный какой-то привкус. Вот он мне не нравится категорически. Я вообще считаю, я такой человек, я могу чай без сахара совершенно спокойно пить, да. Поэтому для меня вот эти все привкусы... Я вообще считаю, лучше либо сахар раз в месяц, чем вот это вот говно каждый день. Простите, ради бога. Не понравилось мне. Вкус не понравился. Может быть, там есть другие позиции, может быть, они лучше. Приехал я в интересный торговый центр. Называется он город Хобби. Здесь все для всяких собирателей, ковырятелей, вроде меня. Сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что там.
рыбалка заканчивается. Уловчик, правда, совсем небольшой. Вот. Один осетр и две форельки за целый день. Ну вот эта форель попалась такая крупная. На 2 килограмма где-то, наверное. Такая приличная. О, пожалуйста. Так, я пришла к маме, да, с Тимошкой. Так, зашла вот в скалку и купила рулет Павлова. А по сколько он получается? 384, но это две штуки. Это две штуки, вот такой рулет Павлова купила. Я не помню, мы с тобой ели его в тот раз, мам? Нет, помню, не пробовали. Нет, не сейчас было. Попробуем, вам расскажем. Значит, котлетки такие домашние купила, потому что готовить что-то у нас. Ну, у нас были, да, у мамы фрикадельки. В общем, мы все съели. Вот, купила 3 котлетки попробовать. Не знаю, вкусные тоже расскажу. Котлеты домашние. Тут сколько написано? 384 рубля стоят 3 котлетки. Но тут, видите, везде стоят скидки. Там 87 рублей, 95 рублей. То есть вот, вот таким вот образом. Да, да, пирог с мясом 420 рублей. А пирог с курицей стоит 800 рублей. Скидка 199,84. Вот так. Весь чек у меня получился на 1954, но это нам не на один день. Так, сейчас мы откроем. А он открывается с какой стороны?
Так, вот, вот такой вот пирожок. До этого мы как-то, я покупала, к маме приходила с индейкой, по-моему, он был с картошкой и с грибами. Обалденный, да, он прям... А я коробку доставала, он тяжеленький. Вообще тут написано, что тут кило 124. Да, тут кило 124, а вот в пироге с мясом 554 грамма, то есть тут тоже тут прилично, да. Вот, вот такие вот цены, ну, в общем, красота, лепота, будем сейчас кусать, вкусненько. Так, ну, я вот маникюрчик ходила делать, да, как вы понимаете. Вот такой вот пирожок с мясом, ну, вот такой вот красивенький.